И всем кусь, всем привет, с вами Сау Пресс, на канале пробуем мобильную версию Assassin's Creed Rebellion. Это на мобильном устройстве эмулятор Android на ПК, программка BlueStacks, ссылочка будет в описании, кому-то интересно. Принимаем. Мобильная версия Animus. Установка соединения с сервером. Хоть и персонажи наши выглядят довольно мультяшно, довольно забавно, одновременно интересно. Это мобильная версия Assassin's Creed Rebellion. Или повстанцы, что типа того. Так, у нас идет загрузка. Жесткая какая-то такая немножко. Странно это все. Так, прогрузилось, блин. Восстание, а не повстанцы. Повстанцы, восстание, почти. Испания, 15 век. Эцио. Родриго Борджа привел меня в Испанию, где вас инквизиции захотели тамплиеры, приспешники Родриго. Эцио, посмотрим, смогу ли я что-нибудь выяснить. Блин, ну это настолько забавно выглядит. Подслушать разговор лидеров. Это немножко напоминает Fallout Shelter, мне кажется. И, блин, ну довольно требовательное, когда мобильного устройства, я вам скажу. Мышкой. Прыжок веры. Прикольно. Ну, она такая мультяшка, как будто это под. Вот типа платформер. Давай его забомбим. 95%. О, ваншот. Это вот тащ. На изи. Нас уже ждут элитный инквизитор. Давай, затащи его. Хорош. Блин, это круто довольно смотрится, пацаны. Так, куда там дальше? А, у нас еще есть три ассасина. А, Охеда? Охеда? Мы к вашим услугам, великий инквизитор, настало время осуществить наш план. Торквемадо. Да, мы верны Охеда. Король королева доверяет мне. И теперь в моем распоряжении вся армия. Я дом волю сам Господню. Применив силы инквизиции испанской армии без труда злодеи артефактами. Ахеда, великолепно, милорд. Да, может нам отец понимание, на что насчет ассасинов, что если они пытаются остановить нас? Оу, они слишком слабы и не смогут нам помешать, но если ассасины все же встанут на нашем пути, мы раздаем их, как жалких червяков. А теперь идите. И коза. Блин, они такие мультяшные, прикольные все. Так. О, у нас есть трое. Три ассасина. Эцио. Мария Агилар. Что скажете, какого бы ни был план Торквемада, ни к чему хорошему это не приведет. Артефакты, которые она помянула, это могут быть частицы Эдема. Агилар. Ахеда и Торквемада, они заплатят за все страдания, что причинили своему народу. Мария. У нас слишком мало, чтобы остановить тамплиеров. Братство должно стать сильнее. Мария, мы должны
найти больше ассасинов, к тому же нам понадобится место, где мы подготовимся собрать силы. Мы отправимся к горам Касорло. Там есть заброшенная крепость, мы займем ее, организуем там контору. Встретимся на месте. Давай. Mission completed. Пожалуйста, не выключайте. Не выключаю. Агилар и Мария. Пьецо. Но это, то есть, это полностью от Ubisoft, Assassin's, мобильная версия, довольно прикольно. Думаю, фанатам серии будет все равно интересно это поюзать. Мне интересно, я фанат серии. Довольно забавно все выглядит. Прикольно. Если бы еще лучше, конечно, не шло. Оно это, в принципе, эмулятор BlueStacks, Android на ПК, но, возможно, на Android у кого-то там, кто закачает на Android, оно должно уйти лучше. Так как я хочу это заснять видос на канал, потому я это записываю на BlueStacks. Отлично, Гевар. Музычка Ассасин играет. Эдси и его брат прибыли в Испанию на особое задание. Бенедикту просил мне помочь им. Как только работа будет сделана, мы вернемся и присоединимся к борьбе с Инквизицией. Братство рассчитывает на вас. Не подведем, удачной охоты. Ух ты, там еще какой-то ассасин прикольный пошел. Черненько. Ого. Назовите свое братство. Назовите свое братство. Генетическая память членов братства хранится в кубах. Первый подарочек. Новый ассасин. Агилар Денерха. Редкий. Тень скрытное убийство. Смотрите, какой прикольный ассасин. Он как будто чуть-чуть анимешный. Анимешный ассасин. Я бы даже такого бы нарисовал, но нет. Ну, прикольно, забавно выглядит вообще. Новинка. Следующий. Дайте приз крутого ассасина. Это кто такой вообще? Тарик Аль-Насра. Шутка. Тарик Аль-Насра. Обычный. Обычный ассасин. Все, это все. Два ассасина. Агивар, для строительства новой конторы нам нужны материалы. Давайте одолжим их у Инквизиции. Да. А вон они маленькие там ходят. Задание: украдите припасы. Давайте. Боец нанесения урон. Опа. Давай тащи на сразу. Опаньки.
короче. Ох, как хорошо зашло-то. Так, вот тут надо уже Агиларом тащить. Тень скрытного убийства. Если 5% скрытное убийство. Хоррр. Блин, это Гевар прикольный, чувак. Наверное, еще можно одного-двух тоже ставить. Давай, Гевар. Тут вон стоит. Сверху путь зато стоит. Стой. А я как бы хотел вас завалить. Я думал, его вальнуть надо было. У нас главная задача найти припасы как. Прикольно. Паучный припас. Завершено. Контора. Нормально, прикольно получилось. Собственно, давайте посмотрим еще, как у нас контора выглядит, строительство и, в принципе, боевку мы посмотрели, еще там по менюхе глянем, что да как. В принципе, довольно все прикольно смотрится. Новый уровень! Новинка, тренировочный зал. Давай. Тренировочный зал. 1000 этих, 250. Необходимое у меня есть. Все необходимое. Давайте построим тренировочный зал. Давайте. У нас все есть. Все у нас есть. Строить. Это похоже либо Fallout Shelter, либо вот это вот есть такая XCOM игруха. Где я построю? Давай снизу построим. Или тут. Или наверху. Давай где-то тут построим. Вот тренировочный зал. А, прикольно, блин. Блин, это игруха реально интересная. Ассасины получают очки опыта. Выберите ассасины тренировки. Возьмите ячейки для входа в комнату. Ага. Давай этого будем качать. Выберите Агилара. Ну давай, Агилара. Имеется две страницы кодекса. А, это типа... Тренировка. 13 секунд. А, прикольно. Вот, подняли характеристики нашего ассасина Агилара. Так, задание. Так, нам дают за уровень бронзу. И дают там типа опыт. Все и все такое. Необходим уровень 3 и будет по...
Нанимайте новых ассасинов в магазине. Неужели бесплатно? Или платно? Откройте Q6. Куб ДНК. О, дают одного ассасина бесплатно. Да неужели? Та ты ж. Хамид Аль-Джасур. Обезвреживание. Ну не. Да, да, неплохо, почему и нет. О. Есть еще. Матео Галан. Тереза Дельяньо. А мне вот этот нравится. Новобран нужны кодексы обучения для тренировки новобранцев. Так, отправляют нас на задание. Прикольно. Не знаю, оно довольно забавно все выглядит. Реально все от Ubisoft, реально. Real, really Assassin's Creed. Ух ты! Это мы только в первом регионе. Измените масштаб щипком или двойными нажатиями. Три ассасина есть. Начинаем. Выбираешь себе ассасина и погнал на миссию. Нормально. Храните материал. Что мы умеем? Специалист по обезвреживанию. 60%. Типа спалили. Потеря инициативы? Какого хрена? Тащи на изи. На. Тут двое. Ку-ку. Такий удар не запустил. Кору. На. О-о. У этого 90. Но у меня урон нормальный. Ты охерел, блин. Много.
удача. Тренировать их дальше и так далее. В принципе, довольно интересно. Если это еще... Потому что понимаете, да, это на мобильном устройстве. В дороге, на море. Где бы вы ни находились. Переход на основной экран. Если я, допустим, играю сейчас на эмуляторе, на ПК, то как это выглядит на телефоне, довольно должно быть круто. И, наверное, лучше оптимизировано все-таки оно на телефоне. Размер обновления превышает 2-3 рекомендуемых. 3 мегабайта обнова. Пока я тут бегал, обнова произошла в 3 мегабайта. Сабо, смотрели мы мобильную версию Assassin's Creed Восстание или Rebellion. Кому интересно, качайте эмулятор Android на Bluestacks, ссылочка будет в описании под видео. Ставим лайки, не забываем мне что-то написать, если кому-то не впадло. До новых встреч и всем пока-пока, народ!